Всех приветствую. Мы начинаем проходить кампанию на пороге войны предстояния. Это пользовательская кампания для Aprish Flashpoint Cover Crisis, сделанная компанией разработчиков RMIC. Итак. В общем-то, что у нас тут происходит? Террористы нападают на мирных жителей, убили президента, теперь мы, как миротворцы, должны избавиться от этих террористов каким-нибудь способом. Так, тут у нас подсказки есть. В принципе, это все стандартно. Ждать прибытия командования выполнить приказы. Тут написано, мы, похоже, обычный рядовой. Да, мы рядовой обычный солдат, миротворец. Что ж, начинаем. Так. Мы, значит, начинаем геймплей. Вот такой вот базы. Здесь летают вертолеты. В общем-то, собираются здесь миротворческие силы. У нас есть М16 с патронами. Отлично. Осмотримся. Тут у нас отжимаются. Здесь, наверное, такие же ребята, как и я, пришли. Кто-то идет. Что ж, тут пока что ждать. Пока что ждать. Третий вид. Меня звать старший сержант Синус. Итак, бойцы, я ваш непосредственный новый начальник. Стройся и бегом в грузовик. Нам пора выдвигаться. Итак. Функция Синус нам приказала, значит, пойти, садиться в грузовик. Что за имя Синус, господи, или фамилия? Боже, зачем мы такие... О, я на первом месте. В кабине. Самое крутое место. С такими же братками будем бороться с терроризмом. Господи, водитель. Ты ничего не употреблял? Ой-ой-ой. Посмотрите, как он трудится на горе. Господи, ну давай уже, нафиг. У нас еще есть снайпер. Пулеметчик. Похоже, мы уже на какое-то боевое задание. Черт! Я уже слышу какие-то выстрелы! У меня же слух, как у слона. Не робей, салага! И не выпендривайся, разберемся. Тишина! Всем быть особо внимательными. Вы здесь не на курорте. Проклятие! На нас напали! Мы под плотным огнем! Итак, короче, начинается пиздец. Ну, и что я говорил? Слушай, а ты был прав, чертяга. Надо разобраться с противником. На вашем маршруте обнаружен противник, разберитесь с ним. Ready.
вообще нифига не вижу. Где плохие люди? Что он как-то быстро бегает. Не, ну если чувак быстро бегает, это значит он правильно с ружьем, значит он агрессивно настроен. Поэтому надо его убивать. А тех, кто без оружия, не нужно убивать. Уже кто-то скопустит. Я вообще не вижу, откуда прут. Ага. Это пулечка, блин. Нормас. Бедные. Under fire. Ten. Engage. Soldier. 11 o'clock. Soldier. 200. Binocle. Seven. Injured. Nine. Target man. Ten. Engaging. Eight. Engage. Soldier. Да господи, сколько их тут? Seven. Is down. Eight. Engaging. Ну же, простреливай, простреливайся, давай. Да он пропал. Так, вообще непонятно, откуда. Так, пока что самая обычная перестрелка между террористами. Какими-то оппозиционерами непонятными. Бойцы, ваша поездка в Мордову заканчивается. Сейчас двигайте в Миров и подавите там странную активность. Это приказ. Конец связи. Козлище. Это вообще пистолет был. Итак. Присоединиться не успели. Надо дать врагу и провести полную зачистку Мирова. Что ж, это можно сделать. Вообще сейчас на изи просто разберемся с ними. Так, парень застрял немножко. Как он так бегает? Я быстрее не убегу и медленнее хожу. Так. Что ж, в первой миссии нас уже одаривают экшеном. В отличие от других компаний. Опа-на. У нас есть бинокль, посмотрим. Так, там какие-то люди. Пока что не знаю, что это агрессивно устроенный или мирный. Мое место здесь.
Вот эта точка, это место в отряде. У одного вообще РПГ, кажется. Боевая стойка. Это, походу, явно агрессивно настроенные люди. Террористы, другим словом. Так. Пожалуй, я сейчас сделаю энтрифраг. Вот тут есть как раз возвышенность. Можно будет подубивать тех. Да. Входим в опасную территорию. Наверняка они будут в домах прятаться. Да. Да. Точно, это враги. Парни в камуфляжных костюмах. Что-то мне походу решили. Поняли, откуда мы наступаем, и решили за холмом спрятаться. Так, они немного левее взяли. Так, парень на меня смотрит. Там еще кто-то был. Они ходят из этого дворика зачем-то. Так, автосохранение. Пробуем этого, что ли, убить. Тихо-тихо. Опа-на. Да сдох он, сдох уже там, водитель. Не что его, до конца что ли обстреливать, чтобы он... Как же тяжело с этого пулемета стрелять. Один чувак спрятался. Еще там есть куча. Ага, вот он. Интересно, да? Ну как я его убью, он там за холм убежал. Вот, короче, с помощью бинокля целимся. С помощью бинокля целимся и стреляем. Нет, он сбежал. Еще один готов. Там вообще никого не видно. Тишь да гладь. Пока что все очень мутно. Непонятно, где враг.
Я понимаю, так он и в городе есть, и там. Она. Блин. Так он сдох? Вот наглый, прямо на нас выбежал. Да аккуратнее выбил. Ой, там прям толпа такая. Короче, вот так постреляю. Никаких результатов. Ну что ж, потихонечку будем занимать более агрессивно. Soldier is history. Two Delta Bravo. Four Soldier 200. 11 is down. Eight engage Soldier. Two target Soldier. Where are you? 9 o'clock. Enemy machine gunner 100. Five engage Soldier. Three engage Soldier. Two injured. Eight target man. Three injured. Five engaging. Two engage man. 1 o'clock. Man 200. Вот это я с ними расправляюсь жестко, конечно. Soldier. Engaging. One engage soldier. 10 o'clock. Soldier 50. Потихоньку будем расправляться. Soldier. Видел. Two is down. Five engaging. One engage soldier. Отлично, пулемет. Просто замечательно. Боже, тут просто надо вот их просто до полна, вот до хрена их тут. Нам тут даже патронов не хватит, чтобы с ними разобраться. Engaging. Это табличка, похоже.
Я так понимаю, тут несколько человек только осталось. Где он тут? Это вообще наш. Смотрите, каждое здание написано. Ладно, давайте посмотрим. Как я угадал-то, а? Теперь, я так понимаю, надо ворваться вот тот дворик. Пойдемте. Это, конечно, очень хардкорная миссия. Врагов существенно больше, чем наших. Меня подождите. Замечательно уже. Откуда? По трассерам вообще ничего не понятно. Я его, кажется, ранил. Это тот пацан, которого я убил. Аккуратненько смотрим. Да ты чё? Блин, эта штука чё, издевается, что ли? В эту дорожку постоянно попадал. Так, читерский взгляд. Командир, помогайте. Палатки. Блин. Что они так медленно-то все делают? Что за
по-быстренько тут всех раскидаем. Возьмем, блин, Калашникова. Что ж, ну, где кто находится, мы примерно знаем уже. Чтобы все не убежать. Еще один человек был на окраине где-то. Так, вот здесь еще был. Не был, я, наверное, его просто случайно гранатой убил. Блин. Ой, чё так лагает-то, ё-моё. Ой, ну чё так проседает-то, ё-моё. ФПС проседает дико. Итак, сделал маленькую паузу. ФПС вроде бы успокоился. Блин. Итак, прошу прощения, просто у меня кончилось место на диске, поэтому ФПС начало очень сильно падать. Сейчас я начал записывать на другой диск, все нормально. Ну так, мы помним, где там враги. Мне кажется, здесь где-то был. Так, у одного здесь башка видна. Ну и что он там делал? Вообще, какие-то непонятные тут вещи творятся. Итак, я помню, там было двое. Сейчас мы их аккуратненько снимем. Замечательно. Замечательно.
Нужна инфа, нужна инфа. Черт. Вообще зашибись просто. Я один остался. Так, вон там парень есть. Что за... СВД, ты меня подводишь. Сквозь кусты не простреливается. Так, добыли информацию. Да ё-моё. Ух. Осталось еще несколько. Вот еще один. Ну капец какой-то, ну где они находятся? Может на машину взорвать, чтобы они тоже взорвались вместе с ней? А, у меня еще ручная граната есть. Капец тебе. Yes. Вот так, в общем-то, первая миссия у нас проходится. В принципе, я немножко помогал в создании этой компании, и миссии знаю, как проходить. В общем-то, первый день на войне, а уже в бою побывали. Ну что же, удача была на нашей стороне. Отлично, солдат, продолжай службу в том же духе. Да, действительно, удача была на моей стороне, потому что я единственный, кто выжил из нашего отряда. И причем выжил, убил всех террористов. Вечная память. Все.